стенах флагмана отечественного ракетостроения НПО «Энергомаш» собрались десятки работников предприятия. На встречу с завочанами для обсуждения вопросов благоустройства «Химок» были приглашены лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Ирина Роднина, Елена Андреева, Михаил Раев, Татьяна Кавтарева, Михаил Диктованный, Марина Эйслер, Руслан Шаипов, Владислав Мирзонов и Марина Гаврилова. Поводом собраться в очередной раз стал запуск сайта, где собраны инициативы по преображению «Химок». По словам Ирины Родниной, в жизнь будут воплощены те, за которые проголосует большинство. Вот здесь, наверное, активность людей, когда мы говорим «активный гражданин», она и проявляется. Одни предлагают идеи, другие ее утверждают, третьи помогают контролировать. И вот тогда и появляются те объекты, которые радуют глаз, радуют жителей, и тогда действительно в «Химках» будет интересно жить. На сегодняшний день на сайте собраны более 1500 инициатив. Часть из них предложили и работники предприятия. Например, проект по обучению детей правилам безопасности на дороге, дополнительные площадки для выгула собак, зона отдыха у реки Химки для ловли рыбы в черте города. Мы сегодня призвали к тому, чтобы голосовали более активно. Сайт создавался для того, для эффективного общения жителей и власти. Только после сейчас голосования мы поймем, что нужно делать в первую очередь, что приоритет у нас. По словам Елены Андреевой, каждый житель «Химок» найдет в списке инициативы, которые будут ему по душе. Это благоустройство парковочного пространства у поликлиники, это обустройство нового пешеходного перехода, это дополнительные парковочные места для маломобильных групп. Я уверена, что любой человек, зайдя на сайт, найдет для себя ту идею, которую он готов поддержать. Впрочем, 1500 инициатив – это не предел. По словам лидеров общественного движения «Химки. Интересно жить», число предложений по улучшению города может быть увеличено. Мы еще дополняем социальные инициативы, что эти социальные инициативы еще в данный момент в процессе. И если у кого-то из вас на основании сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего заседания возникли какие-то пожелания, может быть, у кого-то какие-то социальные инициативы возникли, обращайтесь, они будут тоже размещены. Все инициативы размещены на сайте «Хиж онлайн». В день можно отдать один голос за любое количество проектов. Голосовать можно каждый день. Инициативы, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы в первую очередь.